начиная с сентября мы проводим наши выставки. Сегодня, на этой неделе, мы проводим «Акватер», и это уже шестая выставка, которую мы проводим в текущих условиях. Я должен сказать, что мы очень внимательно относимся ко всем требованиям Роспотребнадзора с точки зрения health and safety мер, которые необходимо применять на наших выставках. Именно поэтому, проведя 6 выставок, у нас никаких нет нареканий со стороны федеральных органов власти, а также региональных органов власти. Все, что мы делаем правильно, в соответствии со стандартами и требованиями, и также в соответствии с нашей политикой HIVE. The World Food is one of the two big events during the year in Moscow. Everybody who survived the pandemic situation is now trying to understand the new reality. Посетителей достаточно большое количество, в принципе, можно даже сравнить с прошлым и позапрошлыми годами. Выставка FarmTech для нас – это очень важная площадка для встречи с нашими клиентами, заказчиками, партнерами. Все наши проекты, они являются ведущими, самыми востребованными и самыми качественными бизнес-мероприятиями, выставками в своей отрасли. Офлайн-выставки, они очень востребованы.